Добрый день, уважаемые друзья, это Ялта. Мы отправляемся на окраину Семииза. Есть там такая улица Баранова. Я там никогда не снимал, поэтому вот такая идея возникла для следующего видеосюжета. Что там будет, увидим по ходу. Добраться до Семииза можно на маршрутках, но чтобы снять вот такие красивые кадры, нам приходится брать такси. Цена вопроса 560 рублей. И буквально 20 километров, и вот он, красавчик, Семииз. Гора Кошка. Я знаю, многие обожают этот поселок, но правда очень живописно, тут без дураков. И сегодня мы пойдем не как всегда направо, но в сторону проспекта, скалы Дива, набережной Семииза. Не вправо, а налево от кольца. Вот кольцо. И мы поворачиваем не направо, а налево. Ну, как бы по нижней дороге пойдем. Вот санаторий Семииз, там дальше будет санаторий Москва. И мы как бы возвращаемся обратно в Ялту по нижней дороге. Сегодня 14 октября, 23 год, температура воздуха, ну, чуть выше 20, а на солнышке так это припекает, можно даже загорать. Ну, ветер прохладный. Ну и давайте посмотрим. Середина октября, все еще зелено, все еще красиво. Середина октября, цветет олеандр. С левой стороны это эллинги. Тоже были когда-то лодочные гаражи. Ну, со временем превратились в места, где можно снять жилье для отдыха. Прямо у моря. А тут такая табличка. Пляжа нет, тупик. Дальше идет детский санаторий. Вот так вот. Ну, посмотрим. Мы там спросили у мужчины, как пройти к пляжу. Вот так вниз и идите. Ну, мы и пойдем. А вот же ж детский санаторий. Как он назывался, по-моему, Семииз так и назывался. А, Москва. Пляжа нет, спасения на совести утопающих. Чем-то напоминает Санта-Барбару в Утесе, да? Но только не так масштабно, конечно. Да и пляжа тут действительно нет. Ну, как бы это техническая зона. А попасть на территорию санатория у нас вряд ли получится. Наверное, мы не туда зашли. Надо идти купаться как-то дальше. Спросили, а где тут хороший пляж ближайший? Нормальный пляж там. Идите под скалу Диву, на городской пляж. Семииза, а тут, видите, какой? Никакой. Ну, я предлагаю пойти отсюда, вот куда дорога ведет, туда и пойдем. Это улица Баранова. Магазинчик Диана. Обычный маленький магазин. Цены такие курортные. Мне нравится реклама сакского мороженого. Лизни натуральные. Прямо против этого магазинчика питомник декоративных растений. И так красиво декорировано. Прямо из дерева. Сверху спускаются тучи. Как бы погода вроде как портится, а вроде как и нет. В этом месте дорога делает поворот, считай, на 180 градусов. А вот это забор. Насколько я знаю, за этим забором не вот это ближайшее, а вон та дальняя. Это усадьба Медведчука. Впереди это частный пансионат. А за этим забором, там даже видно отражение. За этим забором бассейн, мимоходом. Ну, просто красивые ворота, красивый гостевой дом в окружении сосен. А мы тем временем подходим к границе Семииза. Ну, типа обелиск, не обелиск. Короче, вот это обозначает
границу между Семиизом и Алупкой. Все, мы на территории города Алупка. Что-то везде строят, строят. Детский санаторий имени Боброва. Кто-то просил, покажите. Нет, не пускают. И вряд ли пустят. Вот. Тут есть храм, но он закрыт до Нового года. Батюшка приболел, там у него операции и прочее. Вот кто говорит, что в Крыму нет нормальных гостевых домов? Вот кто-то говорит. Это было там, может, в начале 90-х, бабушкины квартиры. Да, они до сих пор есть. А есть нормальные, вполне таки свежие. Магазин «Алкомаркет». Не, я не про то. Это такой вам ориентир, где можно спуститься на пляж «Лягушка». Мы на него вернемся. Пойдем туда прямо, в парк Годлевского. А дорога к пляжу «Лягушка» ведет вот как-то так вниз. Ну, на обратном пути. Как хорошо тут, да? Вечная зелень вокруг. А вот это ж и есть парк Годлевского. Сзади нас санаторий Южнобережный. Взгляд назад на этот санаторий. Ну, вот как есть, так и показываю. Не буду восхвалять или обливать чем-то каким-то санаторий Южнобережный. Оттуда мы пришли, туда же мы и вернемся. Заскочим в парк Годлевского. Не, вообще у него есть свое название. Типа городской парк. Но его построил бывший мэр Алупки. Это было в 70-е годы. Его фамилия Годлевский. Я уже рассказывал подробно. В общем, жители ему премного благодарны за такую красоту. Даже солнца нема, а сосны все равно такие свеженькие. Ярко-ярко зеленые. Хорошо, Южный берег, да? Зимой и летом одним цветом. Еще раз взгляд назад. Ой, надо фотку сделать для заставки. Для превьюшки. Вполне себе симпатичный парк в этой части. А на другой части там, ну, просто парк. Тут симпатичнее. Побольше вам зелени в кадр. Потом будет море в кадр. Сейчас пока. Южнобережная красота. Вот если бы еще рядом не было шоссе, было бы вообще замечательно. Там машины шумят. Ну что мы видим? Отсыпали дорожки. Как-то облагородили. Лавочки. Я тут уже был пару раз. Ну, решил освежить в памяти. Детская площадка. Ну, она как бы недавно сделанная. Это выход туда наверх. Район называется «Новые дома». А раньше тут были огороды. И вот Годлевский тоже имел огород здесь. И вот он стал инициатором. Ребята, а давайте наши огороды снесем и сделаем парк. Ну, конечно же, все были против. Но потом он первый снес свой огород. Один, другой, третий, и в итоге появился парк. Ну, там в 90-х появились проблемы, его хотели огородить, сделать чуть ли не платным. Потом он просто пришел в уныние, тут такой мусорник был жуткий. Ну, а сейчас... Я бы не сказал, что это ужасный парк, нет. Вот рядом есть Милютинский парк. О, вот это один раз показал, больше туда не пойду. Дождусь, пока его сделают, может быть, тогда будем обозревать. А так, там в том парке, ну, свалка почти что. Туда приезжают, чтобы пикники устраивать такое. Параллельно нам дорожка внизу, ну и санаторий Южнобережный. Так, дальше не пойдем. Спустимся вниз и вернемся к морю.
спускаемся вниз, так это напрямки. Там дальше находится храм Александра Невского. Была у меня там оттуда экскурсия, репортаж. Я зашел внутрь, еле-еле напросился, чтобы там поснимать. Вообще снимать там нельзя, потому что там храм и дом отдыха для верующих. Ну, как бы частная территория. Пройти в храм можно, но снимать нельзя. Пришлось поговорить с настоятельницей. Уговорил ее показать храм. Прикреплю это видео в комментариях. Так, идем вниз. Переходим дорогу в районе санатория Южнобережный. Да, он такой страшный. Мы тут спросили у местного, а он вообще работает? Он говорит, ну, его хотят реконструировать. И таким он, вот таким он и был изначально, вот каким-то вот таким вот. В 97-м году его построили, и поговаривают, что будет реконструкция. То есть не все еще потеряно. Возвращаемся обратно. Сегодня выходной день, что-то совсем мало машин. Я в прошлый раз был в летнее время, да тут пройти не давали. Возвращаемся почти что тем же путем, но теперь дорога вниз к морю. Кстати, это ж автобус, а нет, простой заказной. Вот по этой дороге мотается два автобуса, один до Семииза и второй до Коцевелли. На машине написано «Футбольный клуб Гурзуф». Сегодня какое-то соревнование. Молодежные какие-то команды. Между прочим, видно, что им сделали, ну, короче говоря, довели до ума стадион. Тут раньше был черти что, а не стадион. Ух ты. Класс. Тут раньше было просто поле. Без всякого такого зеленого покрытия. А сейчас, ну, молодцы. Это испанская деревня, так называемый микрорайон. Жилищный комплекс, точнее сказать. Испанская деревня. Он небольшой. Кипарис прямо упал. Такое редко не увидишь. Они вообще-то крепкие деревья. Обходим эту испанскую деревню. Да, я там забыл сказать. Сказал, что автобусы идут из Ялты. Два. Вот по этой нижней, так называемой, дороге. 1-115 идет из Ялты до самого Семииза и обратно. Ух ты, как красиво. Ёлки-палки. Ну, сейчас дойдем. А второй 107-й. Он идет до Коцевелли. Ой, какое море сегодня. Ох, контраст прямо. Возле моря ветерок, хорошо, не так жарко. Красиво? Я думаю, да, потому что пора пришла ставить первый лайк этому видео. Ну да, так красиво. А тут поворачиваешь камеру. Ну, это техническая зона. Это техническая зона. И такие же эллинги бывшие. И вот там дальше... пляж Лягушка. Ну, тут такое же, как вот в Санта-Барбаре, это, конечно, меньших размеров. И море. Прямо на берегу моря. Камень в море называется Чайка. А следующий камень, вон оно, Лягушка. Ну, с этого ракурса непонятно. Зайдем с правильного ракурса. А сзади, кстати, кошечка выглядывает. Вот уж Семииз. Прям до пляжа можно доехать на машине. Ну, если повезет, то можно и запарковаться. Сейчас, понятное дело, не сезон, поэтому мест хватает. А так, прямо на машине сюда можно спуститься и купаться.
кафе закрыто, сезон закончился. Мне там несколько человек сделали замечание: а почему вы не говорите, что сезон закончился? А то разве непонятно, что уже все, октябрь месяц. Обычно в октябре все заканчивается, в таких маленьких городах и поселках все закрывается. Пляж Лягушка, он маленький и почему-то считается детским. Не знаю почему. Считается детский пляж. Кстати, мужчина, очевидно, купался, вылез из моря. Семейство. Дальше не пойдем, пойдем другим путем, обратный путь. Дальше почему не пойдем? Там же все поперекрыто. Санаторий этот Боброва. Мне сразу сказали: можете с берега не подниматься, там закрыт КПП. То есть вам через забор придется лезть, оно вам надо. Так что возвращаемся. И пойдем вдоль берега моря. Сейчас будет опять очень много-много моря. Кто просил моря, усаживайтесь поудобнее и смотрите до конца. Кстати, между прочим, пока мы тут что-то рассматриваем, люди купаются. На секундочку. Так что для кого-то сезон все еще продолжается. Можно и так сказать. Скала, похожая на лягушку. Пляж называется Лягушка. И люди, которые плавают. Один с трубкой, с маской что-то ищет, а другой поплыл, цыглян, поплыл и поплыл. А вы говорите, сезон закончился. Вам обидно, не? Вон оно. Молодчага. И с этой стороны забыл показать. Тоже тут 20 квадратных метров. Пляж. Море сегодня красивое. Ну, прям, я считаю, повезло. Так что сидите до конца и любуйтесь морем. Мимоходом. Проскочили этот пляж санатория Южнобережный. Ну, никакого внимания на него обращать мы не будем. А что проскочили? Мужчина случайно так, что-то слово за слово, вон он пошел. Приехал сюда на своей машине отечественного производства, между прочим, из Башкирии. 2500 километров. Ну, говорит, рыбалка у вас не очень, а вот все остальное мне нравится. Вот он отсюда, оттуда сюда приехал на отдых. С левой стороны у нас обрывы. Ну, там наверху находится этот южнобережный санаторий. И заканчивается пляж этого санатория Южнобережный. И начинается дикий пляж. Назвать это галькой морской никак. Даже Галина Ивановна нет, не подходит. Это больше похоже на градирню Головкинского. Тоже есть такой дикий пляж в районе Алушты. Но там еще крупнее эти камни, они круглые. И этому пляжу, про который я сейчас говорю, вот это градирня Головкинского, ему миллионы лет, на секундочку. Это Головкинский доказал. Был тут такой, жил известный. Ну, тут похоже. Так, мы прошли этот дикий пляж, вышли на более-менее, ну, не оборудованный, просто береговая полоса, можно так сказать. Тут главное не в этом дело. Красота. Красота. Все, больше слов нет. Вода сегодня плюс 17. Как-то резко похолодало. Можно дальше пойти, но такие камни крупные. Мы уже не молодые. Пойдем, как все ходят. В обход.
взгляд назад и взгляд вперед. Поймал. Здрасте. Здрасте, здрасте. Так, можно пойти вверх. Ну, нам это не нужно. Мы пойдем вдоль моря. К следующему пляжу. Буквально тут 150 метров. И вот такая красота. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Ух ты, ух ты, ух ты. Когда вот такое видишь, начинаешь понимать Айвазовского. Тут все еще забор, вся еще чья-то территория частная. Ну ничего, снесут когда-нибудь. Указатели, как пройти на этот пляж Зеленый мыс, там мостик такой. Они же все так ходят. А я хочу вот так пройти. Пройду, не? Я же вижу, дорога идет. Прям к морю спускается. Я хочу так пройти. Потому что отсюда самый лучший вид с этого пляжа на гору Айпетри. Ну давайте, соглашайтесь. Ну честно. И можете поставить уже второй лайк. Ну или хотя бы написать комментарий. Как оно вам? Ага, непонятно, да? А давайте я приближу. Вот это вдалеке, это гора Айпетри. А ближняя к нам, вот это бугор. Черный бугор. Ну и сам пляж Зеленый мыс. Купаются, как здрасте. Не, ну вода 17, не каждый залезет. Лично мы мерзляки. Сейчас подберу слова, чтобы сказать в очередной раз, какая красота. Да, банально, но это точно отражает мысль. И здесь, на этом пляже, имеется кафе. Я уже однажды показывал. Тут чебуреки за уши не оттянешь. Огромные, полное мясо. Стоят 150. Ну, стоили. Но видите, закрыто. Так бы я вам показал. И даже в камеру бы их там, чтобы вы аж понюхали. Очень вкусные. Главное, мясистые, крупные, большие чебуреки. Жалко, что закрыто. Рекламы не получилось. Ну, пойдем дальше вдоль берега моря. Там вон наверху лестница. Можно отсюда выскочить к школе и там сесть на автобус и уехать в Ялту. Ну, что-то не тянет. Не тянет в Ялту уезжать. Солнечная погода, красивые кадры получаются. Поднялись с пляжа. Это отель «Лазурный берег». Ну и пройдемся не вдоль моря, а так вот в сторону дворца. Воронцовского дворца. Мы идем по Приморскому переулку. Мы тут ни разу не были. Скажу сразу, именно на этом переулке ни разу не были. И любопытно, что это? Это вход? Или тут живут? Башня. Не, наверное, просто так для красоты. А, да, для красоты. Ну, интересно. Это пансионат, по-моему. «Сон у моря» называется. Естественно, туда нельзя. А вот по пляжу можно пройти. Хорошее название. «Сон у моря». Это ж кто-то рассказывал. В Ялте раньше прям практиковалась такая процедура. Люди днем ложились в таких специальных корпусах и спали. То есть был тихий час, в обеденный перерыв.
спали под шум прибоя, вдыхая ароматы моря. А что, круто. Дальше мы в ту сторону не пойдем. Там делать нечего. Там все, как бы заборы. А выйдем сюда. А, техническая зона. Сейчас я... Это ж набережная Алупки там дальше. Техническая зона и Алупкинская набережная. Вот эти светильники, они были раньше в Ялте на набережной. Сюда их перевезли. И кораблик тоже уплыл с площади Ленина сюда. Ну, я имею в виду, там, где Ленин в Ялте стоит, на площади Ленина. Вот там бассейн, и там был этот кораблик. А это горное солнце. Вот вам прямо первая линия. Первей некуда уже. Во. Посмотрим на этот пляж с другой стороны. Там в воде крупные камни. Сразу заходишь глубоко, это не Евпатория, это не Западный Крым, тут везде глубоко. Но все равно купаются и дети, и взрослые, ну, когда тепло. Время уже почти 5, вот сколько успеем, столько еще поснимаем. О, тут какие-то ремонты. Солнышко садится, вернее, уже все, его не видно за тучками. Все еще продолжается реконструкция. Ну и дворец Воронцовский довели до ума. Правда, я не понимаю, что тут, чего тут реставрировать. Ой, и Петра не видно. Вот зараза. Здесь тоже перекрыли. Что-то там... Ну, не сам дворец реконструирует, а площадь. Движемся к озерам, к красивым местам. Это как бы сердце этого парка. Озера. Тут и лебеди плавают. В прошлом видео про Алупку я так расхваливал, потому что парк свободный, хоть днем, хоть ночью. И парк красивый. Ну, одна проблема. Очень популярный. Тут много больших-больших деревьев. Вот для сравнения, люди стоят, и вот они облокотились. Ох, да? Так называемая солнечная поляна. Деревья просто гиганты. И вот тут такой эффект классный. Сосна, и там сквозь нее айпетри. Значит, теперь вот эта полянка очень интересна. Она называется солнечная поляна, потому что в любое время светового дня здесь в этом месте наибольшее количество солнца, она самая яркая. Это ж каменный хаос. Вот из этого камня сделан Воронцовский дворец. Его строили 20 лет. И простоит он, наверное, миллион лет. Потому что этот камень очень крепкий. Такой расколотый камень. И прям так гладко-гладко. Может, его отстрелили, не знаю.
Но знаю, что нужно руки оторвать вот за такие вещи. Козлы. Солнышко. Ну, мы наверху. Это вот есть каменный хаос. Когда-то было землетрясение или что. Ну, вот и образовался этот каменный хаос. Мы на его вершине. Ну, вот. Вот такая красота, как обычно говорят. Вот именно это место в этом парке мне нравится больше всего. Ну, не знаю почему. Может быть, так камни сложилось, может быть, так звезды здесь сияют. Вот я его раньше как-то не показывал. Не знаю почему. А сейчас каждый раз при посещении этого парка Воронцовского обязательно захожу и всем советую. Вы тоже заходите. Место со своей, короче, особой энергетикой, как обычно говорят в таких случаях. Вот так. Дерево какое. Изогнутое. А тут же ж у нас Айпетри во всей красе. Подойдем. В смысле, подъедем, посмотрим. Ну а теперь, что у нас под ногами? Все тут же каменный хаос. Просто когда гуляешь, это одно. А когда снимаешь, смотришь, что снимать. Одним глазом, другой глаз смотрит под ноги. Приходится как-то лавировать. Ой, что-то урчит. Голодный, аж целый день сегодня нервничаю. Только позавтракали и все. Я считаю, можно поставить третий лайк этому видео. В смысле, у вас третья, заключительная попытка оценить нашу работу. А сейчас я вставляю видеофрагмент специально с моря, чтобы зафинализировать этот видеосюжет. Так, любители моря, вы там еще не разбежались? Можете песню Антонова включать про море. Некоторые просят, включайте музыку, когда рассказываете что-то. Нужна фоновая музыка. А другие пишут, не надо фоновой музыки. Скорее, лучше вот природный звук. Большое спасибо всем, кто досматривает наше видео до конца. Еще большее спасибо всем тем, кто нас поддерживает материально, потому что мы работаем без монетизации. И все те, кто помогает, нам огромное-огромное вам спасибо. И если у кого-то вдруг сейчас возникло желание и есть возможность помочь поддержать наш канал, наши старания, огромное вам спасибо заранее. Чтобы помочь нашему каналу, для этого есть все ссылочки в описании и в первом закрепленном комментарии. А у меня на этом все. Большое спасибо вам за внимание. До свидания.